Всем привет, друзья! Это озвучка последней 212 главы манги One Punch Man. Прежде чем начать, хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал. А для тех, кто хочет поддержать канал донатом, ссылка будет в закрепленном комментарии под видео. И еще, если вы хотите заказать у меня рекламу, в описании будет ссылка на мой ВКонтакте. Ну а с вами, как всегда, Аниманга, и мы начинаем! Ван Панчман, 212 глава. Ио, спутник Юпитера. Противостоящие друг другу. Полярные противоположности. Двойной серьезный удар. Портал не может выдержать такого количества энергии. Я не смогу перенести их достаточно далеко. Неважно как, я должен что-то сделать, чтобы максимально отдалить источник разрушительной силы от Земли. Не стоит недооценивать Землю. Подумать только, есть еще один герой, кроме тебя, который сумел противостоять этой божественной силе. Кто он такой? Ребята, мы одолжим тебе силу. Что это случилось с этими двумя? Куда их отбросило? С таким количеством энергии, кто знает, как далеко их могло переместить. Где это мы? Что за фигня? Этого не может быть, но кажется, мы на Юпитере. У меня чувство дежавю от этого места. Но как бы то ни было, я наконец-то могу расслабиться и сражаться в полную силу. Этот парень совершенно невозмутим. Он вообще человек? Похоже, я понял, чего на самом деле хотел, но я ни капли не взволнован. Ой-ой, если мой костюм прорвется, ядро просто выпадет. Лучше подержу его в руках. Эй, лысик, знаешь что? Похоже, мы на одном из спутников Юпитера. Не знаю, как это случилось, но нам стоит подумать о том, как выбраться. Заткнись. Разберусь с этим, когда отхреначу тебя. Готовься. Мне достаточно и одной руки, чтобы разобраться с тобой. А, ты так в этом уверен? Разберись-ка сначала с этим. Забудь про свои жалкие трюки и иди на меня с кулаками. Покажи мне свое совершенное боевое искусство. Он просто взял и схватил портал рукой. Трюки? Я поглотил множество стилей и техник. Сражаться, используя каждую синергию с другими? Вот мое искусство. Ревущая аура, разрывающая небо. Сокрушение водяного потока. Высвобождение сердечного импульса. Вихревое рассечение. Ядерное расщепление. Гравитационный кулак. Постоянно меняющихся атак со всех направлений. Для моего кулака даже дистанция не имеет значения. От него никак нельзя увернуться.
Я неотвратим. Я тоже так могу. Прием из серии серьезных. Серьезный переворот стола. Убийственная серьезная серия. Всенаправленный серьезный удар. Остаточные изображения. Со своей абсурдной физической мощью. Если я поднимусь выше скопления камней, он больше не сможет так свободно двигаться. Вверх! Земля! Я совершенно потерял ориентацию в пространстве. Словно насекомое в коробке, которую трясет ребенок. Черт возьми! Серьезный удар! Так силен, бесконечно силен. Раз так, я буду бесконечно копировать его, пока не выиграю. Продолжение следует. Следующая глава выйдет через неделю. И на этот раз я не задержусь с озвучкой. Дело в том, что YouTube отключил монетизацию. И чтобы поесть и хоть как-то жить, приходится работать. Раньше это все было намного лучше, а сейчас, к сожалению, я не могу часто выкладывать видео, как хотелось бы. Если хотите поддержать меня донатом, ссылка на донат будет под видео в закрепленном комментарии. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня. Канал существует благодаря вам, друзья. Я очень стараюсь радовать вас новыми видео, и впредь я постараюсь выкладывать их почаще. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока!